Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». А это значит, что впереди вас ждут самые честные и правдивые отзывы. Итак, поехали. Девчонки, так как YouTube может прекратить свое существование на территории нашей страны или заблокирует российских блогеров, что тоже возможно, вполне очень, я вам оставляю под видео ссылку на Яндекс.Дзен. Я буду теперь туда дублировать все ролики, пока и на YouTube, и туда. И чтобы у нас с вами, грубо говоря, был запасной вариант, да, подписывайтесь. Сама еще разбираюсь только в этой платформе. Ничего толком не знаю, но по сути там, в принципе, все то же самое. И на Telegram на всякий случай оставлю ссылочку, чтобы мы с вами не потерялись. Так, итак, поехали. Вот такой мешок у меня пустых баночек. И первое, что покажу, это аромадиффузор. Аромадиффузор Faberlic, и, к сожалению, артикул я вам не скажу, потому что на банке они его не пишут. Это у меня Black Amber. Аромат классный, аромат здоровский, хватает его где-то месяца на полтора, на два. Вот этой баночки я попробовала туда заливать из спреев Aromeo жидкость, но она уходит буквально за полчаса, потому что, видимо, все-таки в составе оригинала, скажем так, много масел, достаточно много масел, которые долго испаряются, да? Палочки. Не знаю, может быть, их оставить, может быть, в принципе, потом возьму еще аромадиффузор, но пока желания нет. Сначала, первые несколько дней я чувствовала его по всей квартире, он у меня стоял в зале. Ну, не по всей квартире, в зале, на кухне его не чувствовала, естественно, в других комнатах тоже, да. Он стоял в зале и там чувствовался, особенно, когда проходишь мимо. Не могу сказать, что он заполняет собой прям все помещение, но, тем не менее, аромат есть, и он держится, он приятный, он достаточно приятный, и хватает надолго. Мне кажется, вот по Faberlic Like или по хорошей скидке взять можно. А так, ну, какого-то прям сверхжелания повторять покупку нету, да. Палочки отдельно продаются, у них свой артикул, в поиске вводите палочки. У меня некоторые девчонки в комментариях спрашивают артикул, девчонки, я их не заучиваю. Но как я могу знать все артикулы, особенно когда появляется столько новинок, я чисто физически не могу. Я вам уже рассказывала, в поиске Faberlic или в гугле даже вводите, да, палочки для аромадиффузора Faberlic артикул, и вам Google все выдаст. Поехали дальше. Так, дальше у меня кофе. Вот такой вот лесной орех. Домолола, допила. Давно уже покупала, но был период, когда кофе было нельзя. 160-77. Классный. Действительно классный. Действительно есть привкус лесного ореха. Если сюда добавить немножечко ванили, ванилин или самой чистой ванили чуть-чуть, то получается прям вот латте. Прям вот латте-латте. Ну и молочко, естественно. Я пью его только с молоком. Так для меня он горьковат. Классный кофе, когда бывает хорошая акция, да, но мне неудобно вот все время. Я на несколько дней намалывала, в баночку пересыпала, а несколько дней, когда стоит, уже аромат теряет. Кофе надо как бы свежесваренный, каждый день молоть. Это тоже для меня не вариант, потому что у меня звук кофемолки, Крестюшка пугается, поэтому я как-то старалась впрок. А там уже, ну, не так. Он уже как-то немножко выдыхается, хотя стоит и в баночке плотно закрытый, все равно как-то вот уже не так. Поэтому мне этот кофе очень сильно нравится, мне хочется, вот, чтобы был такой кофе у нас с вами уже молотый, с такими вот вкусами интересными, да, у нас пока молотый без вкусов. Так, мочалка у Ксюши закончилась, она такими пользуется, это сиреневая, и она прям была долго играющая, девчонки, вот это не развязалось, у нас первая зеленая развязалась, вот это вообще не развязалось, артикул тоже не скажу, но они сейчас есть в доступе, слушайте, она даже измылилась, здесь совсем нет шариков, да. Вот прям до конца мы ее измылили, не найду, могу, не могу найти ни один остаток шарика. Все измылилось. Здесь 7-8 шариков таких мочалка, почему-то в некоторых 7 попадалось, в некоторых 8, да. И класс, супер, она объемная. Она не такая, как в магазине, она прям ее много. И когда у нас первая развязалась, мы ее спокойно вот этой же ленточкой, ну, как бы перевязали и допользовали, да. Хватает достаточно надолго этих шариков, они мылятся, потом сполоснули под краном. На кран я повесила, она обтекла, потом я повесила там туда, куда мне надо, да, грубо говоря. На отдых, в поход, в бассейн. Вариант удобный, потому что пакет от этой мочалки, он зип-замочком, поэтому очень удобно. Так, дальше закончилась маска «Морошка». Вот такая вот очень понравилась маска, на самом деле. Faberlic мало какие мне маски подходит. 0,197 артикул. Это у нас с вами питательная маска для сухих и ломких волос. Вот такого она цвета, очень приятная одушка. У этой всей серии безумно мне нравится, прям вообще. Маска кончилась довольно быстро. Вот этой баночки хватило мне
применений на 7, наверное. Не, ну, в принципе, это не быстро, это нормально. Но у меня короткие волосы, да. Она действительно их хорошо увлажняет, питает. И после вот этой серии у меня на волосах прям нереальный блеск. Поэтому, да, маска очень достойная, рекомендую. И без утяжеления. То есть, если у меня волосы сейчас нормальные, то вот она для питательная, для сухих, она не утяжеляет. Все нормально наносила и на корни. Как бы в этом плане все отлично. Палочки закончились очередные. Они классные, крутые. Я вам уже про них много раз рассказывала. Артикул 910-254. Вот такая тут коробочка. Палочки сами деревянные, бамбуковые, они очень твердые, ими вообще по кайфу, девчонки, чистить уши, да, на самом деле. И хлопковая вот эта вот штучка, ватка, как бы натуральные палочки, классные, супер, крестюшки тоже их применяю, все замечательно. Все, кто пробовал, у меня просят еще. Закончился вот такой вот шампунь, это у нас с вами Эклат Биоси. Мы с вами тестировали его, артикул 2605, если не изменилось, да, и мне он совершенно не подошел. Он волосы делал какими-то сухими, хотя эта серия, по-моему, если я не ошибаюсь, тут по-русски ничего нет. Для сухих есть, для сухих и поврежденных волос вообще нет. Этот шампунь подойдет максимум нормальным волосам. Вот Ксюше он подошел, она им мыла, у нее волосы после него нереально блестели. Не скажу, что сильно путались, нет, нормально. Вот ей он подошел, да, вот тем, у кого волосы вообще ни грамма не поврежденные, да, а как здесь заявлено, для сухих и поврежденных вообще нет, нет и нет. Делал в состояниях еще хуже, вот по мне. Промывал плохо со второго раза, но до скрипа смывает все, хочу сказать. Мне безумно понравилось, единственное, что отдушка у этой серии. Отдушка вообще великолепная, просто супер. Что-то Ксюша доиспользовала, и ей прямо на волосах было вот отличненько. Да? Так, Омега вот такая 369, еще старая версия. Девчонки, выкидываю. Почему выкидываю? Потому что я сколько раз не пыталась начать пить, тут мало осталось. У меня почему-то от нее идут красные пятна по телу. Но это какая-то моя, видимо, индивидуальная непереносимость. Так у меня с БАДом Фаберлик все отлично. А здесь вот так. Артикул 153,80. И как бы, ну, состав здесь хороший, все здесь отлично. Но почему-то вот у меня вот так с ней не сложилось. Долго стояла, давала второй шанс. Хотела ее Ксюше додавать, но она уже стоит давно, и уже появилась детская Омега, поэтому ни к чему. Так, еще один БАД Гепато Форте. Пью его и по сей день. 157-59 артикул. Здесь очень классный состав. Это вот почистить печень, от шлаков организм почистить. Вообще классные капсулы, похожи на Омегу, такие же они. И по две штуки мы с вами в день пьем. Здесь масло льняное, смесь масляных экстрактов, овес, одуванчик, корень лопуха, тысячелистник, мята, перечная. То есть для ЖКТ очень хороший БАД. Антиокислитель, оболочка. Мне понравилось. Я вам уже рассказывала, что я после операции эти БАДы пила, и через месяц с небольшим сдала анализы, и они у меня были отличные, хотя до операции там был мрак вообще. Да, поэтому пью и сейчас. Вот еще одну баночку, потом, наверное, сделаю перерыв и куплю еще. Вот такая вот линия «Эксперт» закончилась, серия, то есть новинки, да? Это у нас с вами бальзам интенсивное укрепление и шампунь интенсивное укрепление. Шампунь 18,98, бальзам у нас с вами... А где артикул-то бальзам? 18,99. Вы знаете, вроде и неплохо, а вроде и что-то вот не то. Опять у меня Ксюша вот эти средства вот добила. Вот ей было вообще хорошо. Но у нее голова чесалась от них. Да, у нее чесалась голова от них, поэтому я больше не буду с этой серией экспериментировать. У меня тоже был зуд, если на постоянной основе пользоваться. Если один раз помоешь, второй раз другим шампунем, потом один раз другим шампунем, то зуда не было. А если вот раза 3-4 подряд именно только вот этой серии, то опять появлялся зуд. Поэтому не знаю, что здесь такого, от чего он появляется. Кто-то говорил из девчонок, что какой-то ингредиент за это отвечает. Он здесь на первых местах. Я не сильно в составах, если честно. Не скажу, что прям здесь какое-то интенсивное укрепление. Не скажу, что он что-то с волосами такого делал, что стоит на него обратить внимание. Обычный посредственный шампунь, обычный посредственный бальзам, на мой взгляд, еще и вызывающий зуд. Поэтому я вот с этой линейкой никак не могу подружиться и больше не буду, наверное, попыток делать. Так, закончился гель для душа «Карамельное настроение». Ксюша пользовалась. Артикул 2740. Классно, действительно карамельная, действительно прям карамелька-карамелька, вкусненько, ей очень нравился. Гели для душа Фаберлик, ни нареканий никаких нет. У меня ни кожу не сушит, у Ксюши тоже. Пенится хорошо, гелевая плотная текстура, ароматы классные, совпадают с заявленным сейчас. Потому что был момент, когда прям Фаберлик заявлял, а на самом деле вообще было не то. Маска Beauty Lab. Гелевая экспресс-маска 1044 артикул. Вот это вот мне понравилось больше всего. После нее кожа упругая, эффект сохраняется на следующий день. Тон ровный, она разглаженная, она какая-то бархатистая. Вот очень классный эффект. Поэтому если вот перед каким-то мероприятием ищете масочку Фаберлик, я вам советую присмотреться именно к этой. Мне понравилось безумно. Так, дальше, девчонки, выкидываю. Еле-еле добила и выкидываю, потому что смотрите, что произошло. У меня отломился кончик, это BioGlow. Это у нас с вами жидкие патчи. Артикул 1310.
Вот отломился и все. И вот так вот добивала, добивала на все лицо. И вот слышала у блогеров отзыв по этому продукту, что разглаживает. Мне не разглаживало ничего. То есть есть у меня мимические морщинки, есть морщинка на лбу. И даже пробовала плотным слоем и оставлять на несколько часов. Мне ничего не разглаживало. Я как-то вот не заметила ничего. Девчонки, если есть лайфхаки какие-то по использованию этого средства, пишите, пообщаемся на эту тему. Поэтому я больше повторять покупку не буду. Шоколад, вот такая вот коробочка. Самый вкусный шоколад Фаберлик. У нас много сейчас плиток, много шоколада, да? Вот этот безумно вкусный. Артикул 160-74. Здесь два вида шоколада. Он у нас молочный и темный, да, пополам. И они все безумно вкусные. Вот эта коробка улетает за раз, просто за раз. Их здесь у нас с вами 6,6. 6 таких, 6 таких. Улетает моментально просто... Класс. Если кому-то в подарок, как дополнение к презенту или себе побаловаться, вот конфетки классные, они еще без сахара, поэтому вдвойне круто. Так, детское средство, гель для купания. Младенцев закончился и серии Faberlic Baby вот такой. Артикул его... H1641, много раз тоже вам показывала. Гель для купания и подмывания мы берем из этой серии. Нам очень нравится, безумно нравится. Кожу не сушит и даже ее успокаивает. Здесь ромашка и пантенол. Да? Я такими средствами пользуюсь редко. В основном я беру на губочку вот эту фаберликовскую, которую вам варюшку тоже показывала, и помою такие проблемные места, складочки где-то протру, и все. Класс, супер, все нравится, все отлично очищает, поэтому берем. Так, закончился вот такой вот кондиционер. Вот как кондиционер, девчонки. Думала, это энергия солнца. Это концентрированный гель для мытья посуды у нас с вами. Лимон и мята. Он классный, он действительно классный, он долгоиграющий. Он не был долго, он довольно густой. Артикул 393. Он такой слегка желтого цвета. Мы его с вами как раз в диспенсер для жидкого средства для мытья посуды добавляли, да? И ценно для меня здесь, что 0+. Я теперь только такие средства беру, чтобы исоцкие бутылки мыть тоже все одним. И 500 банок у меня не стояло. Классный. Запах свежий. Лайма, я бы больше сказала. Свеженький, лимонный, зелененький, суперский. Поэтому никаких нареканий нет. Пенится отлично, все замечательно. Средство супер. Буду повторять обязательно. Так, и последний, по-моему, продукт. Да, это маска тоже Beauty Lab. Кислородная экспресс-маска. Артикул 1043, которая у нас с вами на лице пенится. Черненькая. Ну, вы знаете, вот она мне меньше всего понравилась из всех масок Beauty Lab. Вот меньше всего. Да, вроде есть эффект очищения, да, вроде кожа выглядит неплохо. Ну, совершенно никакого желания нет. Повторять, есть маски интереснее, есть маски эффективнее, поэтому вот такую нет, больше не возьму. Так, ну и да, ну и все. Ссылка для регистрации Faberlic всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, потому что цены кругом растут дико, а Faberlic, слава богу, пока на том же уровне. И слава богу, что там есть много всего для дома. Я уже разговаривала с девчонками, и мне там не хватает только памперсов, ну и стройматериалов. Но все дорожает, а Faberlic у нас пока все отлично, поэтому проходите, регистрируйтесь, покупайте для себя, для близких. А я вас всех люблю, целую, берегите себя, пока-пока.